Геннадій Чернєцов – людина могутня. 4 місяці він подорожує верхи на велосипеді. Подорожі та мистецтво – його пристрасть. Я завершив 1992 году, 94 по 94, с киногруппой «Кругосветное путешествие вокруг Земли». Я изнурился в этом путешествии и шесть лет никуда не ездил. И вот сейчас рискнул. Мета его нынешней экстремальной подорожі – відновити білі плями власної родини. Та він не забуває про своє мистецьке покликання. Записал альбом в Демидове, записал 3 песни в Могилеве, встречался везде с поэтами, членами Союза писателей України, Білорусі, Росії. Свій теперішній імідж він шукав все життя. Його сценічне ім'я – пророк Санбой. А творча мета? Состоїть в тому, щоб об'єднити людей. От такий простий чоловік, в якому на декі написано «пророк Санбой». За вміння одночасно крутити педалі та грати на гітарі Геннадій Чернєцов занесений в книгу рекордів Гіннесу. Та це не позбавляє мандрівника деяких побутових проблем. Нігде так тяжело мені не було, как на Украине устроиться, особенно здесь, в Киеве, устроиться на ночлеги. Я ночевал везде по стадионам, и мои вещи, 2 мешка лежат в Гомеле на стадионе, мешок лежит в Чернигове, спасибо этим людям, которые сейчас смотрят, наверное, меня. Та все ж таки світ не без добрых людей. Поэты и вдовы, 2 категории, которые более приемлемы. Але все в житті Геннадія могло бути інакше, якби не прикра пригода. Президент чешский Вацлав Гавел подарил мне автобус в Чехии. Я там работал на киностудии «Барандов кинофильм». И в Киеве я хочу сходить. В Киеве я хочу сходить в чешское посольство и сообщить, что автобус ихний украла ярцевская милиция. У меня есть документ от этой милиции, что якобы они взяли автобус в целях операции «Вихрь антитеррор». Зачем постоянно меня привозили в милицию, говорили, подари нам автобус. Тебе подарил президент автобус, подари милиции, нам не на чем ездить на работу. Самобутна творчість барда приваблює зірок естради. Вручил кассету Алле Пугачевой, чтобы поступить работать в ее театре. Но она мне кассету не вернула. Она мне кассету не вернула и никакого ответа не дала. А в 1995 году, через 5 лет, эту мою песню запел Пресняков-младший своим тонким визжащим голосом. Мне это было очень неприятно. Своими піснями Геннадій прагне об'єднати людей слов'янської нації, а заодно розкрити очі на реальне життя. На Смоленском базаре торгуют шмотками и семечками при багаже. И наверняка Кучма, Кучман, наверное, не знает, как замерзают они, ночуя в одном дороже. Результатом экстремальной подорожі буде книга. Да, я планирую написать книгу об этом путешествии, которое посвятил лето 2000 года. Сподіваємося, що голос мандрівного пророка почують на самих високих рівнях.